Порядка 10 строительных объектов в республике сейчас заморожены. На 66 вышли рабочие. Региональные власти разрешили продолжать работу только при жестком соблюдении правил дезинфекции и профилактики. Как это происходит на деле, выявляют во время рейдов. Сегодня проверили 3 крупных застройщиков Чебоксар. Каждый день ведем журнал измерения графики температур. То есть все сотрудники как бы проводят контроль, да, температуры утром, и в обеденное время. Утренний фильтр введен для всех, кто задействован на стройке. Каждому проверяют температуру, выдают маски и перчатки. Журнал состояния сотрудников заполняют ежедневно. Места общего пользования дезинфицируют 3 раза в день. Все, что прикасается человек, выключатели, все это мы дезинфицируем и заносим в журнал. Также после в обед производится уборка, дезинфекция. И по окончанию рабочей смены. Да. Все эти площадки, которые огорожены с точки зрения безопасности, доступ на территорию, он также запрещен для посещения посторонних лиц. Более того, что касается бытовых условий, соблюдаются также нормы санитарной безопасности в плане обработки тех же самых рук. Места для мытья рук организованы в бытовых городках. При этом есть ограничения по количеству человек, которые могут одновременно находиться в бытовках. В ближайшие недели объедем все основные строительные объекты и всех основных застройщиков. Это в первую очередь для того, чтобы нам самим отконтролировать ситуацию. Второе, обратить внимание самих застройщиков на выполнение данных рекомендаций. По данным Минстроя Чувашии, сегодня на строительных объектах региона задействовано более 4500 работников и почти 500 трудятся на заводах по производству стройматериалов. При этом строительным организациям запрещено выводить на стройку тех, кто приехал с вахты из Москвы.